Всем привет, сегодня в дверях проведем интересный эксперимент. Можно ли просидеть всю игру полностью, от начала до конца, в режиме наблюдателя? Я хочу просто провести супер ленивое прохождение игры. У меня есть лишь теория, что оно возможно. Помнишь, я тебе говорил-то? Да. Что может получиться, что может нет. Когда мы погибаем, и когда еще дают возможность восстановиться, то нас восстанавливают в игру только после нажатия ОК. И у меня есть теория, что могут разрешить и потом восстановиться, даже на сотой двери. Если ОК нажать именно там. Если ты умрешь, то что ты будешь делать? Если я умру, то ты бежишь до конца игры. Я так же, как Скиплорсик, сижу в спектейтере. Тебе, получается, надо быть всех осторожней. А, да чтобы... почему? Если ты проиграешь, то можешь ты смотреть за нами с таким же приколом. Либо просто смотреть. Без возможности возрождаться. Вам осторожно, получается. Да, чтобы о, зажигалка. А, ну я не беру, мне не надо. А, кстати, да, Релок Пост, возьми зажигалку. Кстати, сегодня же в эксперименте еще и сломался фонарик. Да. Тоже странный момент. Я так и не понял, из-за чего. Я никуда же не залезал. В комнате Сика торчала другая комната. Тоже прикол. Да, и в этом же эксперименте. Сегодня же с первого или второго раза прикол. О, крестовая. Нету креста. Хоть это и... О, релокпост остановился, пока не беги. Ты сейчас сразу же запустишь, его убьет. Нет, все идет. Номер 11. Еще одна. А еще крестовая. Через одну. А но вот креста нет. Ни одного не было. Да. Почти что не зависит от випа. Может быть, как-то здесь поприседать можно. Нет. Пока не вижу. За вентиляцией. Стоим. Но тебе нужно, конечно, погибать. Это супер ленивое прохождение игры, если получится. Как я и говорил, супер ленивое. За меня почитается. Получается, все прошли. Я беру только предохранители и все. Да, можно сказать, что ты не умеешь играть и вообще никак не сможешь пройти до конца. И мы вот таким способом хотим тебя довести. О, это твой раш. Все. Я занимаю шкаф, ты ничего не занимаешь. Я по приколу даже пробегусь дальше. Специально. Давай, давай, давай. Все, я залез. Что там? А? Беговой, беговой был. А, беговой? Да. У тебя ничего нет. Ты готов вот так именно сделать, да? Да. Только ОК не нажимай. Да, это да. Только теория, видишь. Да, нажал. И не тыкай ОК. Вот наблюдаю. Такой прикол. Если, конечно, на 99-й все пропадет, даже окей. О, да, нифига. Стараться как-то... Но все равно тут нужно лутать, да? Ключ здесь. Стараться как-то, не знаю, переключаться периодически на вас. Но опять-таки, это 30 рубаксов. Если что, могу и я потом также полетать. У меня где-то... У меня останется 86. У меня самая главная задача эксперимента, это чтобы у тебя не осталось рубаксов вообще. А. На аккаунте. Так, релок пост. 20. 1/5 игры. Так. Да, да. Так, ну все. Блин. Что? А, вот что. Перья как будто летят. 21. Ну, крест бы не помешал все равно. Да, потому что главная цель выживать. Эй, витамины. Твое время на возрождение истекло. Батарейка. Но окей-то есть. О, спасибо. Да. Видишь прикол? То есть уже интересный момент. То, что восстанавливаться не можешь, а возможно восстановят. Так, стоит ли тратить? Но фонарик нормально светит. 23. Ладно, я еще коплю на крест. Такой затишься, как будто сейчас сам появится, кстати. А, нет. Так, это... мой шкаф здесь уже. Да, все, я здесь буду. 25-я. Наша 26-я будет. Всю игру, получается, буду смотреть. By item, получается. 26, ура. Так, я полутаюсь. Вихрь.
26. О, релок поста вижу так. Смотри, он там в лутовую пошел. А так, смотри, не будет видно. А, ты меня не видишь. Ничего себе. Так, полная тьма, отходишь назад в светлую зону, все вообще видно. Скрещ был. Но пока-то ведь все нормально. Да. Представляешь, да, окей. Ничего себе теория. Ой, так мы в самом плохом месте. Возродиться на сотой двери. Конечно, если все так, на 99-й окей пропадет, то по идее надо в следующий раз бежать до 99-й. Вот так. Ничего не вижу. И как-то возродиться, допустим, на 98-й или 97-й. Что, кажется, вообще никто не делал в мире. Ну как кажется. Никто так и не мог сделать. Да, но я пока ищу, как могу. Твое время на возрождение. Нашел отмычки, если что. Можно открывать. Вот тут глаза есть. И ключ нашел. Ура. Так, вот мне тебя сейчас надо найти. У меня 28-я дверь тут. Ищу. Смотри, да, она подсвечивает. А, это ключ, наверное. О, вам подсветили все. Это ключ подсветил. А, ты его и так взял. Да. 28. Я думал, все. 2-9. Сейчас прикол опять тот прикол с генерацией случится. Комната в комнате. Как можно доказать на видео, что скиплорс и конец с нами? Может, он прячется? Никак ведь, да, по идее? Можно escape нажать. Но он-то тут с нами. Да. Да, но... А, ну все. Ты сейчас в сцене должен быть, по идее, с нами, да. Нет. А тебя тут нет. Понятно. Там же было видно на некоторое мгновение всех игроков, кто бежит. Те, кто выжили. Наш центр. То есть вы можете где-то наблюдать нас в этой комнате. Лево, слева, слева. Даже уже сейчас, если бы ты восстановился, было бы круто. Потому что ты очень много пропустил дверей. Слишком много времени прошло, получается. И ведь все еще окей есть. Да. Прикол, 38. И 30 баксов горит. Прикол. 39 наша будет. Но если на сотый будет окей и тебя не восстановят, я не знаю, что будем делать дальше. 41. Надо ли нам тебя раньше оживлять? Потом, допустим. Так, внизу не лутовая. 43. Шкафы есть, если что. Я не лутаю, кстати. У меня 290. 44. Нет, 30 монет. Сейчас я. О, зажигалка была. Бери ты тогда зажигалку. У меня зарядит только. Так, я тогда возьму. Йо! Быстрее берись. Беги, беги. Все, я нашел. Залезаю. У нас подобное было, помнишь, я залез, ты просто бегал, лутал. Ничего себе, Раш здесь был. Это как для эксперимента догнать Раша. Все нормально. Квадрат, ты где? У меня есть отмычки, витамины, зажигалка и фонарь. Вот да, надо периодически не как-то переключаться на кого-то, чтобы меня не кикнули, допустим, за кашу, типа. Ну да, ты же активно смотришь, и вообще так-то ты в игре. Ты смотришь, как проходить, потому что ты не умеешь проходить. О, батарейку беру. Два. Сюда заходит. Дальше. Еще раз, два, семь, девять и девять. Есть. Так, у меня на крест не хватает. Вот 50-я дверь у меня до сих пор. Тоже и креста нет. Окей, все еще есть? Да, у меня все еще есть. Так, нам отмычки пригодятся. Ну, она задоначила. А
Отмычки пригодятся, если будут неудобные двери. И зажигалку я пополняю. Значит, доначи уже. Давай. Сейчас донатил ему. Мед прямо. Кстати, она стала прямо как будто баночкой медом. У меня лично. Или как будто булку запихнули. Меня тоже. Прикол. 5-3. Это мы ему не деньги, это мы ему мед, получается, наложили в банку. Ну да. Они просто расплавились. Вот масса такой. Коплю на крест, которого нет. У меня 5 монет. 5-4. О, монеты. Не, все равно возьму. Скрич в лестнице был. 64. Это уже 2/3 игры есть. О, батарейка. У меня полный, спасибо. Витамины бери, если нет. Есть одна штучка. Так, ладно, могу возьму. А, ну давай, бери. Просто нам особо нельзя разделяться на большое расстояние. Тут нужно ждать. И всегда присматривать шкафчики сразу же. Сколько их есть. Да, кстати, сложно шкафы делить. Можно у одного стоять случайно. Все еще горит. О. Все, я занял. Йоу. Так, я говорю, теория такая вот была. Вдруг сработает. Ну, считай, мне кажется, если ты сейчас нажмешь ОК, тебя точно закинут на игру. И это уже будет эксклюзивом. Либо просто заберут робаксы и в игру тебя не закидывают. Мы тоже обговаривали, что это... В любом случае, ты защищен. Сначала это как бы нечестные разработчики забрали робаксы, но тебя не восстановили. А с другой стороны, получится эксперимент. Прикол сверху поменяют еще надпись вместо времени на то, что ты не можешь возродиться на этой локации. А, ну хорошо тогда. У тебя не вычтут деньги, и мы пойдем потом второй раз. И ты уже будешь пробовать там, где разрешат. Это же тоже ленивое прохождение, ты все время просто сидишь. И как будто бы за профессионалами смотришь. Ты же как бы нуб. Центр наш. Нормально, с разных сторон побежали. Слева. Вы прям за друг другом бежите. Стрелок-пост бежит первее. Сейчас он, да, обгонит меня. Центр. Я вижу его витамины. Он уже у люстры. Ничего себе, он убежал. Все. Да-да-да. Зигзаг. А, меня еще ускорили из-за витаминов. Ой, из-за разницы в расстояниях. Прикол. Затерли хитрецы. Это фейк, сейчас, скорее всего. Сейчас вот, допустим, за топси наблюдаю. Топ не кикнул. 8-3, уже опасно. Хальт, гад. Ну ладно, справимся. Стой. Справимся. Давай. А, нет, до хальта, да, он простой. Если у тебя витамины, можешь пронестись вперед. Так, не буду рисковать. Он редкий иногда. Утась, ну, утась. Да. Скоро же будет эксперимент по хальту еще. Прикол не попадется. Так, будем ждать. Ой-ой-ой. Ты запоролся? Да. Ну, восстановиться же можешь. А, ну или ты не будешь, ты просто смотри. Ой. Он у меня в этом коридоре появился. То есть он тебя жизнь отнял? Ну, первый да, а второй нет. Понятно. Два хальта, наверное, не будет. Вы надоели? А, там еще картина. Так, шкаф твой, залезай, релый пост. Шкаф у тебя в галерее. Ран залез. Перезалез. Ну, он дал много. Ну да. Есть один миф, то что можно спрятаться от всех монстров. От Раши и от Амбуша в ящиках можно спрятаться. Ну да, мне уже писали и показывали даже этот баг. Скоро, возможно, так, буду, кстати, снимать. Баги падут. Так, мы уже здесь. 90-е. Лазы. О, давай тогда фонарь буду применять. Йо, это не то. Ай-яй-яй. Убили. Вот прикол, смотри. Я могу возродиться. А, еще можешь? Да, у меня... Сейчас так... Подожди, я тогда глаза... Сейчас не могу.
Пока глаза не исчезнут, не могу возродиться. Все, убиваю. Там, кстати, еще возле памятника можешь лежать крест. Рано тратить время, у тебя сейчас на исходе оно будет. Но тебя сейчас страж может убить. Я тогда вернусь обратно. И назад. Витаминчики готовлю. Попробуй в другую комнату зайти. Сейчас, хорошо. Да, это, видимо, все. А у меня все еще горит кнопка, я могу все еще разъединиться. Казалось бы. Вслушиваюсь. Идет. Да. Смотрите. Ура. Йо, они далеко. Далеко. Ничего себе, как и далеко гад был. Запутал. Все, я готовлюсь. Где-то там, за улицей, получается. Глаза. Я, кстати, из-за решетки-то и не увидел. Да ты надоел. Жду. Глаза были там? Скрич. Ну и глаза. Но не идет. У тебя же есть витамины, чтобы добежать от шкафа? Это риск. Сейчас. Вроде летит. Идет. Есть, залезаю. Ну я-то как бы должен дойти, по идее, да. Надо было, значит, мне первым идти, или я первый шел. Я тебя убил с твоими глазами. Нет, мы одинаково вроде шли. Да, ушли одинаково. 99. Окей, есть? Есть. Ну, в принципе, давай, наверное, здесь нажимать или что? Подожди, надо думать. Давай на слот двери, посмотрим, где меня там заспавнит. Ну, давай. Или здесь у двери, или где-то у гаража. Все, жду. Нажимаю. Ты появишься через некоторое время. Прикол. Мне мы ее, жизнь, да? Копилку закинули. Да, копилку. Прикол. Ну, ладно, допустим, это проверено. Сейчас же можно то же самое сделать до 90-х дверей, получается. Потому что релокпосту тоже показали серую. Или когда можно вообще возрождаться в игре? До 89-й, наверное. Да, у меня серая кнопка появилась, когда я умер на 90-й. Так, значит, на 89-й тогда. Да, сейчас 85. Попадаюсь в фигуре. И вообще я в портал сейчас фонарик положу. У меня там витамины. Ты нажмешь возродиться, и тебя возродят, думаешь? Да, прям сразу, без покупки. Потому так, ну возможно. То есть мне надо отдать их, убить. Чтобы у тебя их вообще не было в возрождении. Да. Тут витаминки, скорее всего, одна штука. Сейчас посмотрю. Одна штука. Все, побежал к ней. Приседаю. И спасся. Да, игру не получилось обмануть настолько. Видимо, они продумали такой момент. Ну а 89-ю продумали, это же тоже нормально. 90% игры просто сидеть. Так, фейковая есть. Ой, лутовая. Ладно. Давай. Мы пойдем. О, давай. Глаза. Сейчас я возрождаюсь и снова об них умираю. О, да. Надо было посмотреть. Все, умираем. Прикол, меня глаза не убивали. Так, я на тебя смотрю. На мне щит некий действовал. Умирать надо? Да. Прикол. И ключ не забрали, он у меня сейчас в инвентаре. У меня показывает все еще, что у меня одна жизнь есть. Что? Подождите. Ну да, тоже не минус был бы. Но вряд ли сейчас отнимут сердце. Ты просто очень быстро все сделал. А прикол, сейчас вечная жизнь будет вообще. А, нет, все остались. Да, все, потому что очень быстро произошло. Нет, прикол, есть еще одна. Только да что появилась. Вечная так. Жизнь. Так, подожди. Это вообще это жесть. Как? Это как? Ты ж видел, я возрождался, подожди. И снова умер. Откуда у меня еще одна жизнь? Я ж даже не покупал. Жесть. Так, это вообще необычно. Ну, сейчас тогда опять делаем. Вечная жизнь вообще будет. Так это супер, тогда давай проверять.
вот это эксперимент. Это, наверное, еще лучше, чем нубы доводить до конца. Это эксперимент. А, типа такая компенсация от игры? Сейчас я за тобой послежу. Мгновенно не восстанавливайся, чтобы я прям записал этот момент. Давай. Две лутовые. Там может быть 23 креста. Тумбочка. Я прямо иду. Батарейка. И тут батарейка. Получается, фонарик где-то есть? У меня, потому что фонарик. Умер? Да. Ну все, вот ты лежишь. Все, смотрим. Моя свечка. Он вот здесь впереди, наверное. Либо сзади. Самый конец. На две двери смотрю. Прикол. Икс одна жизнь горит. Нажимаю. Все, появился. Прикол. Ну а дальше еще погибаем ведь, получается. Да, сейчас обязательно. У меня еще одна жизнь горит. Прикол. Да ё, подожди. Это вечная жизнь. Да подожди, это вообще... У тебя датастор сломалась. Прикол. Да, у меня сломалась, так скажем, база хранения. Тебе надо кикнуть за читы. Так и подожди, что? Ну, по идее, я могу висеть в спектейтере. Вечная жизнь. Можно. Давай я в спектейтере посижу. Но подожди. Ну-ка. На 89-й восстанавливаюсь. Давайте еще раз я вам даже поменьше. Да давай еще раз. Еще. Давай на две восьмерки. Сейчас еще скипорсик умрет, это очень интересно. Прикол. Ну на две восьмерки, короче. Мне просто дали две. Ах ты ж, подождите. Отняли? Пропало только что. А, ну ладно, ты потому что перешел в какую-то дверь. Но все равно нужно умирать. Твое счастье долго не продлилось. Так все равно. И подожди, сейчас у нас то самое прохождение ведь, супер ленивое. Да, кто-то умирает. Так, ну опять скипорсик. Ура! Спасибо за свет. Я ее заберу первым. А, ладно. А, ладно, у меня есть своя зажигалка. Что сейчас скажет игра? Че ты танцуешь? Окей, то хоть дали нажать? Ничего себе, ты далеко ушел. Кстати, очень ползу, ускоренно ползу. Бежит. Очень ускоренно. Один раз за игру. За новую жизнь бежит. А, тебе возродиться не дают? Да, ты можешь всего лишь один раз возродиться за всю игру. Все, значит, погибать будем сейчас. Под стол залезает, смотри. И... прячется. А тут невидимая стена. Там стена? Да. Надо помочь бедняге. Кстати, ноги очень сильно работают. А. Как на каком-то чемпионате по плаванию. Значит, сейчас Сику попадаемся. Можно примонтировать, как он в воде плавает. А. Знаешь, вид спорта такой, кто первый приплывет. Это баскетбол. Ты какой был прикол? Ты на дюпа нарвался. Ты реально нуб, получается. Мы тебя доводим до конца игры. А? Вот ты прям, вот все, ты уже погиб. Вот все, доказательство, ты погиб. Да, все, нету возвращения. Так, нажимаю. Да. Есть окей? Да. Все, учись играть. 16-я дверь. Мы тебя хотим довести до конца. Гриб, ух ты! Что там было? Два скрича одновременно. А? Ничего себе. Вот это лестница. Уликс энд айт. А? Медленно. Но уверенно. Но сейчас зато он заденет шкаф и поползет налево. Смотри. Бам. И его развернет налево. Прикол мог бы шкаф. Да, поворачивается, поворачивается. Все, сейчас в проход пойдешь, в проход пойдешь. Дойти до конца телом. Я прохожу сами дурс, получается. Ты нарушил эксперимент. Ах. Ну все, заходишь в дверь, если видишь. Типа возродился. Всем привет, у меня челлендж пройти игру мертвым. Ну ты, кстати, да, далеко мог уползти, мне кажется. Так прикол мог бы открыть. Так, я пошел пока открывать. Ты же все равно туда ползешь. Да, открой. О, он что-то запрыгал. Нифига, он ускорился. Я обманул всех. Забрал свет. Он ползет. Туда ползи, направо, не налево. Направляй, направляй. Видишь, об шкаф сейчас опять развернется. Так, я пока даже открывать не буду. Я прихожу. А почему ты ускоряешься-то, непонятно? Потому что почему. Сейчас что-то страшное будет, потому что скорость ног большая очень. Давай, только не налево. Он скоро быстрее нас будет ходить.
Я на витаминах. Так, так, так. Ну пока не открывай, вдруг аж полетит. Так, он целится вообще? К двери. Да, на дверь. Да, 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 давай, открывай. Открывай, открывай. Вот оно было с твоего эксперимента, прикол. Он прям к двери летит. Тогда не задеваем его. А реально проходит. Прикол, я так смогу дверь открыть за вас. Ну, кстати, давай проверим. Это просто будет жесть. Так, двери. Прикол, ну-ка. Ну нет, я имею в виду в сторону двери пошел, но она оказалась за стеной. Ну-ка, прикол. Вот он реально ползет. Ты нафигариваешь прямо ногами. А тогда релокпост близко не подходи, там реально двери иногда. Так, а, ноги все. Повисли. Сдулся. Все, он устал. Так так-то чуть-чуть. Блин, ну... А, он, наверное, об ковёру так споткнулся и все, типа... Ноги поджечь ноги. Ну ладно, все. Получается. И скрича почему-то не было долго. Прикол. Вы бежите, а там, допустим, мое тело... Крест, крест, забираю я. Йо. Крест нашел. Крест. Так, все дальше, спокойно. Как будто ничего не было. Я как хочу крест. Смотри, смотри. А я тебя не видел. А, ты далеко, да? Ура. Да, я в сон не ходил. Зарубежного человека. Мы это тоже будем. Отняли. Что у тебя? Смотрел какого-то зарубежного человека, который произошел с прибавкой, но отняли на трассе. Не покупая при этом ничего. Атаковал. Ой, сейчас я очень слышно. Тут нереальная громкость. Я сижу под фигурой, посмотрим, атакует ли сразу, после того, как очнется. Сразу прямо. Офигеть. Она как конструктор Лего тебя разобрала. 8-5. Ты скоро будешь возрождаться пробовать. Сейчас опять скажут, вам дали жизнь. О, что там было? Монетка. Лекопластырь. Пятачок. Так, все, записываю экран. 86. Да, уже скоро. Да я гад. Все, держим как-то. Так, уже многовато так-то летает. Урчит, урчит. Все. Смотрим дверь. 87. Ты на 88, значит. Все, давай. Не, ну пока не сейчас. Да-да. Я уже нацелилась. Открыл 88-ю. Смотрим. Ты появишься через некоторое время. Да йоу. И не возрождают. Жесть. Дам мне тебе одну жизнь. Просто. Это будет вечная жизнь. Да, сейчас можно проверить, в принципе. Ну тогда можно в этом же эксперименте вставить уже, как я погибну. И посмотрим, можно ли возродиться вообще вскоре после пропадения той надписи-то. Чтобы она стала серой. Можно. Я возрождаюсь через несколько комнат после того, как надпись станет серой. А, ну мы, получается, продолжаем идти. Да, я слежу за вами. Взял, захотел, возродился. Что это было? 11. Я не понял, что я взял овальную, и резко у меня почему-то поменялось. На... О, ура. Пинг. Пошел назад. Там, скорее всего, раз возродится. Ах ты, жесть. Под кровати. Зря мы эту комнату открыли. Так, такой закрываю на крест пока. Нажал, все. В готовности. Да я не хочу просто ключ искать пока. Я нашел уже. Открывай. Надпись еще не серая. Еще да. Можно возрождаться. 7, 6, 5, 4, 3. Все, возродиться как бы нельзя. Несколько комнат я просто отдыхаю. Ну-ка, пробуй. Не-не-не, еще пробегайте. Я несколько комнат, допустим, штуки 3. Я вам скажу. Давай, все. 15. В общем, в опасном месте не буду возрождаться. Амбуш. Да, кстати, если амбуш, я возрождаюсь. Там вроде бы нельзя. Где? Да, амбуш. А все, давай возрождаться буду. Давай. Уже была серая надпись, так, жму. Ах ты, ты появишься через некоторое время. Йоу. О, да. И тебя зачислили, да? Даже сейчас так пишут. В следующий раз сделаю сразу же после того, как появится серая надпись.
И сейчас буду прямо отсчитывать секунды. О, монеточки забираю. А он был, кстати, за закрытой дверью. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Нельзя, восстанавливаюсь. Восстановили? О. Да. На сером восстановили, ура. О, что будет с креслом так спрятать? И вот интересно, а может это зависит от того, где находитесь вы? Еще, кстати, подожди, вот реально, если подумать, допустим, если бы вы не убегали долго, меня бы восстановили? Ведь игре не выгодно, чтобы вы уходили далеко, получается. Сейчас, если что, еще проверим, что вы будете в одной и той же комнате, к примеру, минуту. Не будете уходить далеко. Ну, в принципе, она реально была серая, это все прям записано, и меня оживили. Вы как бы в той комнате желательно все-таки стоите. Но минуту примерно. Это уже доказательство, что можно даже минуту на сером фоне сидеть. Пятерка. Скелетный ключ. Взял. Просто на изи вообще. Еще начали. Как будто так всегда бывает, да. Релокпост даже, наверное, не видел, да? Нет, не видел. Скелетный ключ, скиплорсик подобрал. Вот, теперь просто, увижу. Вот просто увидел. Не удивляемся чудесным моментом. Еще бриллианты насыпал. У меня даже отмычки есть, но ты будешь открывать скелетным ключом. Смотрим. Вот и все, 83. О! И хальт. Ух, у меня еще и хальт. Заходим просто. Прикол. Вот так. Как использовать ключи с ними? Это плохой эксперимент называется. Да. Пустую. О, я свет вижу. Как будто это я свечу прикол. Но свечу-то я, да. Ой, я попался зря. Странно выглядит со стороны. Насвечиваю. А. Все, больше не попадаюсь. Очень странно. Ух ты, выглядит. Да, свет, как Юпитер какой-то. Нет, свет в глаза. Йо, ты прям через моего прошел. На! Свет в глаза. Опять свет в глаза, да? Рискую, рискую, не буду попадаться. И открываю. Ах ты жесть. Все, сейчас-то по идее попадаемся. Так, я попадаюсь. Так он прям здесь был. Лобби он. Да, да, класс. Лобби. Вот это самый эксперимент, это страшно. Я попадаюсь. Так, скиплорсик, ты пока не убегай далеко. Я умер тоже, случайно. Порт, хорошо. Крестовая. Без креста. Да хотя бы на полу бы оставляли. Мало у него мест. Чтобы люди просто искали, даже больше времени, чтобы тратили. Нет, давайте дальше, дальше. Там может покруче будет комната. Да йоу, как круче-то. Ну я хотя бы здесь погибну. I'm die. Все, нажимаю пока возродиться. И за подвал не заходи. Я нажимаю. Но возрождаться буду через минуту. Да йоу, скрич. Так, рубильник видел? Нет. Он по правому плечу. Я видел, да-да-да, тоже видел. Где? Сейчас слева. Вот здесь? За бочкой, да. Ну, все, надпись серая, твое время на возрождение стекло. Сейчас пошла примерно минута. Все, стою в подвале, получается, или? Ну, там побегай, чтобы казалось, что не монтаж. О, все, засветилось, ура. Ну, секунд 20 прошло точно. Может, вообще здесь всегда дают возрождаться, хоть там час. Секундомер нужен в идеале. Так поднимись наверх, только не открывай дверь. Ладно. Вот да, ура. А дверь открылась, прикол. А, ну раш. Ну и ладно. Все, жму возродиться. Давай, йо, встреч. Ты появишься через некоторое время. Прикол. Ладно. Получается, только в скором времени разрешают. Либо что-то нарушено было в этом эксперименте. Давайте на этом видео закончим. Мы сегодня с релокпостами со скиплорсиком провели эксперимент. Можно ли возродиться в самом конце игры? Оказалось, что нет. Но зато разрешают возрождаться, даже если у вас табличка серая. С вами был Топси. Всем пока.